«Люблю отчизну я, но странной любовью. Не победит ее рассудок мой». Эти строки из знаменитого стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова «Родина» известны каждому еще со школьной скамьи. Но на Лермонтовском балу школьники вспоминали не только стихи гениального русского поэта, но и перевоплотились в героев его эпохи. Лермонтов, в первую очередь, для нас земляк, великий поэт, писатель и очень важная личность в нашей стране для многих эпох. Ощущение духа того времени присутствовало и у выступающих, и у гостей. Атмосферу времен Лермонтова навевали не только декорации, костюмы, стилизации светских салонов, но и минуэты, мазурка и исполнение романсов великого поэта. Все эти элементы позволили зрителям на ура воспринять театрализованную постановку, с которой начался бал. Спешила эта из тех Тамбова, он у трактирщика узнал немало смешного. В основу сегодняшнего мероприятия заложена пьеса Лермонтова, это «Тамбовская казначейша», ну, конечно, с режиссерским осмыслением. После представления гости выбрали себе салоны по интересам. Но главным местом, где собрались почти все ребята, стала, конечно же, любовная почта. Юноши в смокингах писали анонимные признания в любви понравившимся барышням. Весь вечер проходил в атмосфере галантности и поэтической возвышенности.